Всем доброе утро. Кто не подписался, подписывайтесь. 5 декабря сегодня, погодка отличная. Солнышко светит хорошо. Вчера, кто видел, я на день рождения ходил, даже не стал выпивать. Ну, чисто символически чуть выпил, потому что поедем сейчас с Витой по грибы еще раз съездим. Наверное, зеленушек все-таки наберем. Там их много было, кто смотрел серии первые грибные. Так что съездим, посмотрим. Мороз не сильный, погода хорошая, солнечная. Увидимся уже в лесу. Ну, а я гуляю, как обычно, Ритика с утра. И вот дружбаны его. И Маня красавица. Манька облигация. Косточку нашла какую-то уже. Грызете. Заехали в лесочек наш любимый. Красота какая. Солнышко светит. Погода просто бомбическая. Посмотрим, что у нас, какой улов будет сегодня с грибами. Красота. Кофейка попили. Сейчас будем идти в лесок. Как говорил, мороза сильного не было. Под листвой, под елками зеленушка сидит. Сейчас посмотрим. Если мерзлая, не будем брать. Если хорошая, будем собирать. Ну что, дорогие, заходим в лесочек. Вита, ты настроена на сбор грибов? Да. Да? Я тоже. Все, пойдем сейчас посмотрим вместе с вами. Вита уже пошла, пошла. Что там? Видно что-то? А? Пока нету, да? Да только ж зашли сейчас туда дальше. Вот пойдем в те места, где мы были с тобой позавчера. Там зеленушечки много было. А может, кроме зеленушечки еще какие понаходим. Было бы неплохо. Белячка бы найти. Да? Десяточка, три таких хороших. Было бы замечательно. Слышно вам нет, он электричка приехала. Могут и люди подъехать. А вот первая зеленушечка есть. У тебя тоже? Много их, да? Вот одна. А ну, давай сейчас посмотрим. Вот одна, вот вторая. Ага, вижу. А вот еще. О, вот много их. Вот еще зеленушечки пошли, поляночка. Вот еще присыпанная. Вот. Хорошо, будем с зеленушечкой, ну это 100%. С белыми. Сейчас я их оттушу. Смотрите, вот красавчики. С белыми не знаю, но с зеленушкой будем точно. Да? Да. Еще вот зеленушечки. Какие стоят красавчики. Поочищаем сейчас их чуть-чуть. Остальное уже дома доделаем. Вот еще присыпано. О, маленький красавчик.
дятел работает, смотрите. Вот он ближе сейчас улетел. Что там, Витуля? Пока ничего. Пока ничего. Идем дальше. Чтоб было что. Пособирала уже их, да? Зеленушку пособирала уже? О. Видишь, я тебе и говорил. Поедем, наберем зеленушки. Хоть что-то будет. Ну ничего, нормально. Нормально, и чуть-чуть беленького, может, найдем, да? Ну, я думаю, найдем по-любому. Внимательно смотри, не спеши. Погода просто шикарная. Просто шикарная. Ветра нету, солнышко, красота. Походить, подышать, птички поют. Только сказал поют и притихло. Белого нету? Будет. Как вот в фильме, да? Несчастные случаи были? Не было. Будут. Давай пригорочек вот этот отсмотрим, да? Угу. А вот перед пригорочком зеленушки сколько, смотрите. Глянь, полянка у меня тут зеленушек. Угу. Надо пособирать их. Сейчас пособираем. Подкапаем. О, какие... Небольшие, молоденькие. Вот серенькая рядовочка есть тоже. Вот они стоят присыпанные. А ну вот это что, посмотри, это. Вот-вот-вот, прямо смотри. Да, вот это бугорочек, что это? Примерзло что, да? Зеленушка. Вот еще серая рядовочка такая. Там много ее. Ну, мы зеленушку берем. Говорят, и рядовочка такая серая, вкусная. Много, вот, вот, вон, глянь, сколько той рядовки серой. На следующий год будем брать, да? Ну да, более я не знаю. Узнаем, да, ее. Это зеленушка? Где? Да, вот зеленушка, и вот тоже агавита. Видишь, а я иду, вроде и смотрел, и не увидел. Как я всегда говорю, хорошо, что ты у меня есть. Вдвоем мы сила, да? У меня еще тут поляночка зеленушек. Пособираем сейчас. Вот они, красавчики. Присыпанные манюнечки. Еще вот. О, божья коровка спряталась, смотрите. Замерзла уже, наверное.
сидела, грелась, а я ее взял и достал. Скажет, ну зачем ты это сделал? Ну что, так получилось. Я не видел, что ты там. Так что, извиняйте. Вот еще, вон еще. Пособираю сейчас. Раскорлыкались птицы. Посмотреть бы, что это за птица. Смотрите, сколько зеленушки. А это мы походили полчасика, да? Угу. У тебя тоже там сколько? Есть? Думаю, ведро насобираю. Та и Вита тоже маленькая. Что там? Зеленушечка? Ну, собирай. Я пройду сюда дальше пока. Что-что? Не, ну я далеко не ухожу, я здесь. Вита зовет, говорит, что-то нашла интересное. Я думаю, и не признается. Я думаю, наверное, белый. Ну, что ты скажешь? А ну, покажи. Или белый, или поляк. Полячок. Полячок. Ага. Большой, да? Угу. Присыпанный был, да? Прямо одна слепка видна. Видишь, полячок у тебя уже проскочил. Для разнообразия, да? А я пойду соберу сейчас зеленушки. Вот тут у меня есть еще. Шо-шо? Еще полячок? Ну смотри, если это, забирай. Я вернусь за зеленушечками. Где-то я тут видел. Где-то я тут видел спрятанные. Ага, вот они. Где-то еще. Ну да, смотрюсь, потом пособираю. Где-то еще. А где еще? Аж два? Ну хорошие. Ну, если хорошие, забирай. Попал я вот на поляночку зеленушечек. Вот они, красавчики. Сейчас пособираю их все. Вот они какие. Вот они, зеленушечки. Они родненькие. Много, поляночка целая. Я смотрю, поляночка. Кого? Ух ты, а ну покажи. Это где? Полячочек. Он старый. Это все там же, да? Да, вот третий. И этот большой. О, четыре аж, да? Угу. О, класс. Витуля зовет, что-то еще нашла. Полячочек. Полячочек? Угу. Ага. Иголкой присыпанный, угу. Да? Спрятался в тепло. Ой, погодка какая, гляньте. Просто нет слов. Весна и все. Ветра нету, мороза нету. Красотища. Так, ну пойду заберу ведерочко. И трость свою рабочую. Вон сколько уже зеленушечки. Так что нормально. Будем с грибом.
птички поют. Красота. Вышли на вот такую поляночку. Сейчас обсмотрим все вот эти места вокруг. Красивые места. Мы их обсмотрим. Да, Вита? Да. Классно, скажи. Угу. Походить, подышать. Просто вот хотя бы походить, подышать, отдохнуть. В лесу. От суеты этой всей. Нервы чуть-чуть успокоить. Как-то вот так вот. Надо себя успокаивать. Да? Вот уж. С обстановками, с такими, как сейчас в стране у нас. Не очень веселая. И залезли мы в интернет, почитали. Зеленушка – это самый последний гриб, который можно собирать. Но были случаи, что травились от него. Но одни эксперты, знатоки такие грибные, говорят, если есть очень много и в большом количестве, ну, долго есть, тогда можно отравиться. А так, если потихонечку пожарил, там покушал, то вы ничего. Говорят, всё... за границей были. Это, ну, за границей, да. А у нас нет, у нас он полезный гриб, его все собирают. Ну, нас собирают, ну, видишь, что. Ты же не будешь его ложку взял и молотишь. День, второй, третий, правильно? Чуть-чуть картошечки пожарил, покушал. Так что можно собирать и кушать. Сдалека не вижу, но что-то какой-то гриб нашел. А что это за гриб, я не знаю, наверное, масленок. Сейчас посмотрим. Вот он. А я не знаю, масленок или полячок, да? А ну, может и... Да, полячок. Полячок? Угу, да. А, на тебе. Ну, давай, давай мне. Ты любишь к себе все, да? Ну, ты же любитель. Все к себе. Потом скажешь, смотрите, я больше его насобирала. Посмотрю еще здесь. Шо? Да ты шо? А ну, покажи. Так это беленький. Да. О, так это беленький. Ага, коряги, да? Угу. А ну, достанешь. Ох, красавец. Красавец. Угу. Видишь, и белячок сегодня у нас есть. И полячок, и белячок. И зеленушечка. Отлично. Отлично. Просто замечательно. Какой чудесный день. Тарам, тарам, тарам. Зеленушечки еще? Ну, собирай тоже. Вот это что у нас? Лечочек. Лечочек небольшой. Тоже хорошо. Что там, Вита? Что там? Зеленух? А я полячок. Ага. Что там у тебя? Ничего. Ничего? А я нашел зеленушечек. Вот они. Песочки стоят. Вот так вот. Вот они. Мыть придется их. Ну ничего. Поработаем. Помоем. О, залез какой. Не достать. Я вот еще. Вот еще. Вот еще. По чуть-чуть так и насобирается. Вот три штучки есть. Сейчас вот там пройдусь, я еще посмотрю. Места хорошие. Вита там походит, посмотрит. Витуля, находочка какая-то.
мабуть, беленький, да? Да. Да? Да. Это что? Да. Ой-ой-ой, смотрите, какая красота. Вот, гляньте. Вот с этой стороны. Какая красота. Молодец ты, Вита. Да. Ты просто умничка. Три штучки. Ой. Я тебя похвалить хочу. А вот, наверное, два. Они вместе, наверное, да? Да. А, не, по отдельности, просто рядышком, да? Угу. Красавчики. Красавчики. Иду к тебе. Я иду к тебе навстречу длинными шагами. А ну-ка, лукашка. Беленький, глянь. Ой, красавчик еще. Откапывай. Помогай мне его откапывать. Не можешь? Где мой нож? А ножик ты взял? Подбегай, подбегай. Ляга, залез, да? Угу. А ну, сейчас. А, все. Вот. Ага, белячочек еще увидите. Вита по беленьким сегодня, а я по зеленочкам, как обычно. Возле коряги тоже, да? Да. А тут много этих коряг. Будем смотреть сейчас. Ну, опять я быстро хожу. Ну, может и быстро. Я уже говорил, что я на ногу быстрый. Ох и погодочка, я уже говорил. Подышать, походить, посмотреть. Да я расстроился, что я белый. А вот и я нашел, а вот он беленький. Короче. О, смотрите какой. Вот это красавец. Закрывай. Белячочек. Белячочек почистит. Не. Ну хоть один белый уже и то. Да вот уж, хоть успокоишься. Успокоюсь я, да. Беленькие есть и у меня. Пойдем дальше. Еще чуть-чуть сюда пройдем, потом в другую сторону. Какой-то вот стоит, а что это, не знаю. Маслюк, наверное. Сейчас посмотрим. Да, маслячок. Ну, такой свеженький, Лень. Хорошенький. Пойдет тоже. Пойдет тоже. Вот так прямо. Ну, прямо иди, а я сюда. Ну, рядом вот идем. Сейчас я сюда залезу, под деревцо посмотрю. Тепло на солнышке, как бы не плюс уже, да? А, Вита и шапку сняла, говорит, тепло уже. Ага, тут порылись кто-то. Пойду сейчас с другой стороны. Вот сюда пройдусь. Посмотрю здесь. Ничего не вижу я подозрительного такого. Будем вылазить. Пойдем дальше. А вот так прямо, вот, глянь, молодой лесочек какой. А вот еще маслячки. Три в кучке. Не буду брать уже. Ладно, пусть они растут. Как Вита говорит, на следующий год. Да? Такой пейзажик. Красота. Пойдем дальше. Какой-то на пригорочке стоит. Что это? Посмотрим. А, маслячок. Пусть отдыхает. Шо-шо? Да не, ну маслячок. Ну я не стал его брать уже.
Ну вот туда левее бы шла, Вита, вот там. Или хочешь тут иди, я пойду левее туда. Мы опять на одну эту дорогу. Ты идешь, я за тобой. Или я иду, ты за мной. Сейчас вот сюда. С другой стороны только. Зайду сейчас. Ведерочка оставлю. А вон ветки пообламало, сколько, смотрите. Бурый вид был. Он вдалеке есть, но то не то. Так, нету, пойдем дальше. Смотреть еще. Что там у тебя, Вита, ничего? А? Нету. Ну, пойдем вот так, прямо пойдем. То, наверное, зеленушечки я понаходил. Сейчас посмотрим. Ага. Небольшие. И вот здесь где-то я видел. Ага, вот она. О, это нормально. Это нормально. Придется повозиться, конечно, дома с ними. Но ничего. Будет чем заняться. Да, Вита? Ну, я говорю, с зеленушкой придется дома повозиться. Да, замочим, вымоем хорошо, вымочим. Ничего страшного. Все так делают, правильно? Ну и все. И мы сделаем так. И мы так будем делать. Как все будут делать, так и мы делаем. Пройдемся сейчас по пригорочку тут. А? К тебе идти? Ну давай сейчас. Что-то нашла? Ну, иду к тебе сейчас. Ко мне идешь? Я еще зеленушки нашел. Ага. Полянка вот. Один. Тут обломанный. Вот еще. А вот еще, наверное. А, нет. Этот не буду брать. Видишь, на вот таких пригорочках. Вот они. И вот тут зеленушечка. Ой, а вот сколько я нашел ее. Зеленушечку. Один, второй, третий, а вот тут нету. У тебя ничего? Что-то нашла? Ну, посмотри. Не? Пойдем сюда выше. Вот он стоит какой, смотрите. Так, пойдем выше. О, а вот чуть выше уже и зеленушечка пошла. Один рыбочек. Второй. Третий.
четвертый. Наверное, вот еще есть. Сейчас посмотрим. Да, пятый. Вот тут еще. Ага, еще есть. О, Вита, я поляночку нашел. Да? Ага. Зеленушки. Ой, а вон еще есть. А вот еще есть, по-моему. Ага. Вот еще есть. И еще есть. И еще есть маленький. Ладно, не будем брать. Нормально так. 6 штучек, 7 где-то. Да ты ж тут была только что. Что там? А ну. Ну что скажешь? Ну, я не знаю, я под шляпкой не вижу. Нет, понятно. Это не то. А вот еще 3 зеленушечки. Заберем их. Заберем. Вылазь из песка. Вот видите, серая рядовочка вот такая. Много тоже. Много тоже рядовочки серой такой. Ты куда уже ушла? А, ну туда идем, да, все правильно. Я тоже хотел туда, вот сюда вниз. Ну ты сюда иди, а я вот сюда спускаюсь. Ну я пролезу по дебрям чуть-чуть. Надо ж тоже смотреть. Так все говорят, дебри, дебри. А я раз по дебрям и что-то и найду. Я так думаю. Сейчас обсмотрим. Вот зеленушечку я нашел уже. Вот одна. Вот вторая. О, парочка есть. Ну, зеленушечка есть, да. Так что, хоть чуть-чуть, но что-то есть. Смотрите, полянку зеленушек нашел. А вот еще я нашел. Сейчас и эти соберу. Вот они, красавцы. Ага. Зеленушечка тоже. Это нет. Вот есть. Ага. Пооблепали все иголкой. Ничего страшного, почистим. Ага, он еще спрятался. Так, вроде не вижу больше. А вот он. А я смотрю где-то. А и он маленький еще. Этот не буду, нехороший какой-то. Тоже. Ну нормально. 10 с полянки взял. Это хорошо. Пойдем дальше еще. Надо ведерочко набить полное, чтобы было. Вита, я давно от тебя не слышал. Я нашла белый. Я от тебя жду. А ты от меня ждешь? Я от тебя, ты от меня. Ну давай сперва я от тебя услышу, а потом ты от меня. Давай. Все, договорились. По пригорочкам пройдемся, грибочком запасемся. Вот сюда иди левей, а я вот сюда пойду. Правее чуть-чуть. Посмотрим сейчас тут. Вот, нашел еще семейство зеленушечки. Забираем сейчас.
два, три, четыре, пять. Пять штучек есть. Даже больше, наверное. Вот тут еще нет. Тут нет. Все, пять штучек нормально. Пойдет. Пойдет и пять. Даже не пять, а вот еще я увидел. Вот, в песке, видите? Песочки присыпаны, незаметно их. Ну так, у тебя есть там, да? Ну сейчас я к тебе приду. У тебя места нет уже в ведре, да? Ну все, сейчас я к тебе приду. Эти сложу. Вот они уже почти полная ведерочка. Что там, полянка их, да? Вот одна, вот вторая. Ага. Я их заберу сейчас. Один заберу. Ага, и вот вижу второй. И этот заберем. О, хорошенький. Все, пойдем дальше. О, а что дальше? А вот они. Поломал, но ничего. Вот еще. О, сейчас очистю. Я еще парочку тут нашел. Что там нашла? Какие-то скаты от мопедов. Кто его сюда припер? Чи на мопеде по лесу гоняли? Непонятно. О, зеленушечку я нашел. И зеленушечку нашел заодно. Ты где? Рядышком, я понял тебя. Ты от меня далеко не отходишь, да? Вдруг кабан. Так ты сразу до меня будешь бежать, да? Если кабан, сразу залазь на дерево. Чем быстрее, тем лучше. Да это ты сейчас говоришь, не могу. Будет бежать кабан, ты не поверишь, как ты заскочишь. Будешь потом кричать, только как мне слезть. Так что я зеленушечек понаходил еще. Угу. У меня уже почти полная ведерко. Так, все, я пошел сюда. Посмотрю. Какие-то лёжки, ямы какие-то. Вон одна, вон вторая, вон третья. Что оно за... Кто их повырывал? Вот еще. Потихоньку, да, будем идти на выход уже. У тебя ведёрце полное. И у меня уже почти сейчас как раз. Пока дойдем, я думаю, заполним. Мое ведерко. Да? А, вон машина наша. А, вон она. Да, вон белая. Вон она видно. А, еще походим тогда, да? Не, ну в ту сторону. Может, там надо? Ну, пошли в ту сторону еще. Можно на ту сторону вообще сходить. За машину вот туда? Да, там, ну, видишь, там никто не ходит, Вита. Значит, нету там ничего. Ну, я никогда там не видел людей, чтобы ходили. Если бы что-то было, и туда обходили люди. А так, наверное, там ничего нету. Просто вот то, чтобы пройтись. Так я думаю, мы уже находились нормально, да? Ну, я потом сейчас выйдем к машине, включу этот. Показывает у меня километраж, сколько прошли.
Ага, точно наша машина. Я не думал, что мы так быстро к ней придем. Вот видишь, возле выхода из Ленушки у меня еще. Вот есть. Вот есть. Так, пойдем пройдемся еще. Поехал товарняк. Здесь хорошо еще в лесу, что если чуть где-то заблудился, поезда проезжают часто тут. И на звук поездов можно выходить как раз к дороге сюда, где оставляют машины. Так что нормально с этим делом. Ну, в основном у всех навигаторы забиты, вот эти все программки. О, Вита уже тормозочек достала, аппетитно гуляли. Да? Да? Угу. Что там? Бутербродики, кофеек, да? Да, ну. А, ну вот и такой сбор у нас. Ведерко я набрал зеленушки, а Вита там полячки белые, ну и тоже чуть зеленушечки. Так зеленушку что... будем вымачивать. Сейчас да, зеленушку вымочим, все. Менять воду будем, короче, это долгий процесс. Ну ничего. А беленькие сегодня пожарим с картошечкой. Хорошо, я согласен. Да, так что вот такой сбор у нас. Я думаю, нормально. Кто не успел подписаться на нас, подписывайтесь. Надолго не прощаемся. До новых встреч. Всем мира, добра, удачи. Увидимся.